В Зашкадарье освежили понтонный мост. На пешеходном мосту, соединяющем улицы Пугачева и Садовой, установили новую металлическую конструкцию. Заменили дощатый настил и покрасили перила. Предварительно понтонные проверили на герметичность и прочность. По словам заместителя начальника отдела ЖКХ Юрия Лаптева, реконструкция эстакады обошлась местному бюджету в 500 тысяч рублей. На работу люди ходят, на заводы, и это самое, на остановку почта. И мы, старики, ходим здесь. Мы довольны. Спасибо и вовремя. В отделе ЖКХ отметили, что до конца года запланировано отремонтировать путепроводы через реку Стерля на улицах 23 мая, Баумана, Халтурина и через реку Белая на улице Бабушкина.